Привет, друзья! Томат миллионер. Розовый, с очень шикарной мякотью и очень шикарными плодами розового цвета. Вот такие вот, без пятна у плодоножки, как видите. Вообще бомбезный томат. Он просто вкусный, очень вкусный, очень урожайный. И вообще этот томат я выращиваю уже более 10 лет. Получил его из Америки. Это сорт, которому уже более 100 лет. И есть в Америке фермер, который выращивал этот томат и заработал на нем миллион. Потому что, как говорят, все продавали обычные красные помидоры. А он продавал розовые. Люди гонялись за ними, и он заработал много денег на нем. Как всегда, снимаю, и сосед с нижней улицы, идиот, клепает какое-то железо днями. Вот только выйду снимать вам обзоры, оно, можно назвать его безмозглым, лупит какую-то железяку, ничего не делает. У него по хозяйству ни сзаду, ни спереди, зато лупит целыми днями какую-то железяку. Придурок, одним словом. Я думаю, слышно, как он клепает. Ну, что я ему сделаю? Он у себя во дворе, что хочет, то и делает. Вернемся к миллионеру. Кусты высотой 2 метра, очень мощные. Плоды розовые. Вообще, смотрите, красивые. Ну, еле-еле. Есть пятнышко, но это даже, может, ожоги от солнца. Ну, мякоть тут без слов. Красота. Очень красивая, сочная. Вот в тени, может, будет лучше цвет. Посмотрите. Вообще бомбезные. Плоды высотой, плоды весом. Сейчас посмотрим. 260 грамм. Ну, вот такого, 250 грамм. Это 270. Ну, до 300 грамм. И на это уже плоды со второй и третьей кисти. А на первой кисти плоды, как правило, бывают до 500 грамм. То есть первые крупнее. Ну, плюс в этом году я его вырастил без подвязки и не посынковал. И у меня получились плоды по 250 грамм. Если его ввести в два стебля, будут по 500 грамм все плоды. Но тем не менее, он прекрасно лежит прямо на земле у меня. Я не успел их подвязать. Очень много сортов, и некоторые я не подвязал. Ну, не успел, не дошли руки. Ну, вот такой вот миллионер. Семена, если вам нужны, заходите. В описании под этим видео есть ссылка на мой сайт. А также почитайте описание этого сорта. Я найду в интернете информацию подробно про этот сорт. Там и имя фермера, который вырастил. В каком году, я все это не помню. Очень много информации не могу хранить в себе. Почитайте в описании про характеристику этого сорта подробнее. Ну, если вы выращивали этот сорт, напишите в комментариях, понравился вам он вам или нет. И подпишитесь на канал, поставьте лайк. Впереди очень много интересных будет обзоров. Всем до новых встреч. Пока. Оставайтесь на моем канале.